главном храме Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни завершаются работы по подготовке к освящению. Внутреннее убранство почти готово. Осталось расставить церковные утвари по местам, подвесить лампады, заполнить их маслом, перед каждым аналоем расставить подсвечники, а также протереть пыль после ремонтных работ. После освящения храма молебны и литургии будут в нем совершаться в особом режиме. С момента освящения этого собора в течение 40 дней здесь будет идти служба. Кроме того, у нас и 31 июля вечером, и 1 августа вот здесь будет архиерейская служба, будет ее вести епископ Силуан, Лыцковский и Лукояновский. Как отметили представители духовенства, восстановление и освящение храма в честь Успения Божией Матери монастырского комплекса в этом году очень символично. Успенский собор вот построен и освящается в 2019 году, а Российский федеральный ядерный центр празднует 70-летие создания щита или как угодно меча, позволяющего защитить нашу страну от возможных нападений со стороны неприятеля. На завершающем этапе находится благоустройство территории вокруг собора. Порядок наводят около 150 человек. Порядка 30 из них – волонтеры. Осталось закончить работы по благоустройству. Это доложить дорожки из гранита и закончить благоустройство газонов, озеленение газонов. Освящать храм будет патриарх московский всея Руси Кирилл 31 июля. Божественная литургия начнется в 9 утра. Пройти к Успенскому собору можно будет через восточные и западные ворота. Там же будут установлены рамки металлоискателей. Из храма будет вестись трансляция на экран на Монастырской площади. Елена Грицкова, Владимир Листик, служба новостей Саров 24.